Доллар не стоит и гроша. Банки грабят, у продавцов пистолет под прилавком. Отморозки бегают по улицам, и никто не знает, что делать. И конца этому не видно. Мы знаем, что этим воздухом невозможно дышать, а эту еду невозможно есть. И мы сидим и смотрим телек, как какой-то местный диктор в новостях рассказывает. Я заставляю вас мечтать о том, чем вы не сможете обладать. У нас небо всегда голубое, девчонки всегда красивые. Совершенное счастье, подретушированное с помощью фотошопа. Думаете, я делаю мир прекрасней? Как же. Я его поганю. Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути... Есть в каждом из нас что-то такое, о чем мы даже не подозреваем. То существование, которое мы будем отрицать до тех самых пор, пока не будет слишком поздно. Это что-то потеряет для нас всякий смысл. Именно это заставляет нас подниматься по утрам с постели. Терпеть, когда нас донимает занудный босс. Терпеть кровь, пот и слезы. А все потому, что нам хочется показать другим, какие мы на самом деле хорошие. Я люблю одиночество. Но или я убедил себя, что мне так лучше. А потом я встретил женщину. В психбольнице так вышло. Все покупается. Любовь, искусство, планета Земля, вы, я. Я особенно. До Штеттина я доехал на поезде на берегу моря и спрашиваю себя, зачем я это сделал. Тогда я был так непостижимо счастлив, что у меня в душе словно бабочки летали. И я никогда не думал, что с нами такое случится. Я думаю только о тебе и обо всех мечтах, которые у меня были и которые теперь не осуществятся, потому что я был таким кретином. У меня не остается никакой злости, а только бесконечная грусть и пустота. Анна, я уже не знаю, что мне делать. Мне так тебя не хватает. Мне не хватает твоего запаха, твоей кожи.